Я знаю, ты рисуешь огонь вот так. Но нет, 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 нет. Забудь, забудь и рисуй вот таким способом. Бери кисть, каллиграфия, письмо, наметь вот такой вот контур, фигуру. В нем наметь точки. Точки — это и есть твой огонь. Пока что. И сделай вот так по треугольнику. Затем возьми кисть свет, световое перо, и наметь внутри вот этих вот кружочков светом желтым. Далее сзади наметь светом красным. Я сменила фон на серый, сделаю так же, или даже лучше на черный. Затем я размыла, и вот такой вот штучка, которую скрывают художники, ты размываешь все. Абсолютно каждую штучку делай, будто типа костер раскидается в сторону в сторону. Видишь, как круто получается? Теперь бери цвет желтый и рисуй его поверх костра. Вот так аккуратно, можно линией, можно как хочешь. Далее я сделала типа там что-то разгорается, оно типа стреляет. И тоже это все буду размывать. Вот. Вот видите, еще и брызги добавила.